Давай, рыбешечка, давай зажмем здесь. Короче, я еще и свалился. Ребята, всем привет, вы на канале Никита Твой Геймс, у нас сегодня хищные тачки, Cars Car, третья часть. Я выполню еще одно задание, которое вы присылаете в комментариях. Вы просили победить машинами 21 года босса под лодку, а у нас это тачки Магмазавр, Барракуда, Оборотень и Снеговик. Вроде бы задание несложное, но подлодка, как мы знаем, ребята, бронированная тачка, бронированный босс. Поэтому могут быть какие-то проблемы. Ну что, начинаем. Выбираем Магмазавра, так как у нас еще осталось пару дней пасхальной охоты. Возьмем, значит, себе в поддержку только одного дрона. Это у нас новый Банни. Открывать, ребята, этот дрон, кто еще не сделал. И возьмем бомбу. Это у нас, ребята, пасхалка. Так, Магмазавр готов. Давайте, ребята, еще для того, чтобы интереснее была битва, включу секундомер, посмотрим, какая тачка сможет победить подлодку быстрее других. Я почему-то думаю, что мы по-любому же вынесем подлодку. Так, у нас Магмазавр начинает. Магмазавра броня очень хорошая, как мы знаем. Самая бронированная тачка, но как-то не очень, ребята, везет. Сматываемся. Так, улетаем. Улетаем подальше. Все, поехали. Поехали искать жизни. Вот начинаются первые проблемы. То, о чем я и говорил. Да ё-моё, куда мы... Так, ну мы знаем, здесь жизни. Вроде бы жизни везде разбросаны. А может быть, после обновления уже что-то и подкрутили разработчики. Пока никаких жизней. Короче, я еще и свалился. Вот тебе, ребята, и Магмазавр. Надо было, наверное, больше оставлять дронов и брать более мощную бомбочку. Как-то пасхалка вообще ничего не отнимает. Подлодки. Так, мы пытаемся. Пытаемся. Где подлодка-то? Вообще не появилась. Вот, она появилась. Так, ладно. Надо здесь ее просто зажать нам. Мне не нравится Магмазавр. Как-то он какой-то большой. Вроде тоже пытается уехать, я не могу. Так, ну сейчас вроде приспособился. Остаемся, пытаемся оставаться только под подлодочкой. Я сбросил пару бомбежек, ничего это, конечно же, не помогло. Так, ладно, надо, наверное, уезжать. Ну, половину, в принципе. Да ё-моё, это турбо так плохо прожимается. В принципе, половину жизни отняли. Да ёшкин ты, да что происходит? Короче, я думаю, ребята, у нас начнутся сейчас большие проблемы. Где жизни? А, вот была жизнь. Я, короче, я просто пропустил. Ну ладно. Ничего не поделаешь. Так, иди отсюда. Ну давай, подъезжай. Отстаньте, отстаньте, пожалуйста. Я хочу подлодку вынести. Что мне делать? Что мне делать? Есть, вынесли, ребята. Фу, еле-еле. Короче, это, конечно, это было сложно. Где-то потратили минуту 20, минуту 18. Ладно, идем дальше. Следующая тачка Барракуда. Посмотрим, чем ответит Барракуда. Надеюсь, у нас получится это сделать с первого раза. У Барракуды, смотрите, какие мощные челюсти. Давай, рыбешечка, давай зажмем здесь. Зажмем подлодку и поставим рекорд по быстрому ее уничтожению. Не, ну видно, что, ребята, Барракуда очень быстро отнимает жизни. Я еще даже бомбочки не сбрасывал. Если я сейчас бомбы сброшу, наверное... Есть! 27 секунд! Вообще отличный результат. То ли дело будет с другими тачками. Ладно, идем дальше. Оборотень. Так, насколько мне помнится, оборотень мы относим к сильным тачкам. Поэтому я думаю, мы даже, может быть, вынесем быстрее. Быстрее, чем мы это сделали Барракуды. Давайте сразу же... Ну куда ты, оборотень? Не уезжай. Не уезжай, Барракуды. Стараемся, стараемся. Так, ладно, давайте. Пару бомбежек скинул. Ну нет, жизни, зато жизни быстрее отнимаются у нас. Ну и Барракуду мы тоже нормально так выпиливаем. На еще одну бомбочку. Наверное, не попал я. Так, давай, 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 быстро добиваем. Есть, 30 секунд. Ну видите, здесь, в принципе, тачки получаются у нас одинаковые. Идем дальше, последняя тачка, Снеговик. А вот, ребята, Снеговик — это самая слабая тачка из тачек 21 года, поэтому я думаю, сейчас у нас будет много попыток. Ну, смотрим, первая попытка, давай. Подъезжает к нам Барракуда. Мы находимся, вроде удачно лежим под этой тачкой, под этим боссиком. Смотрите, как мы хорошо под ним расположились. Ё-моё, да Снеговику, ребята, просто сейчас повезло. Но мы, наверное, ничего там не отнимаем. Я даже не вижу, что отнимаем
Что у барракуды? Ну, по крайней мере, тачка... А, нет, немножко портится, значит, уже больше половины жизни мы отняли. Короче, ребята, мы сейчас что, на халяву? Да, мы могли на халяву. 34 секунды, короче, на халяву могли даже быстрее вынести подлодку, чем это сделала барракуда и оборотень. Ну что, ребята, какие-то у нас только были проблемы с магмозавром. Странно, что мы сразу не вынесли с первого раза подлодку, хотя тачка, я считаю, сильнее, чем снеговик. Ну что, такой у нас видосик. С вами был Никита, до скорого, подписывайтесь, ставьте лайки, пока-пока.